Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты о лабрадорах-ретриверах. Ласковый, добрый, игривый лабрадор-ретривер – одна из самых популярных пород для домашнего содержания. И в этом нет ничего удивительного. Эти собаки обладают рядом замечательных качеств, которые делают их по-настоящему уникальными животными. Давайте подробнее рассмотрим самые интересные факты о представителях этой породы. История породы лабрадор-ретривер берет свое начало на канадском острове Ньюфаундленд. Именно с него в 19 веке мореплаватели привезли в Великобританию собак-помощников в охоте на водоплавающую дичь. В течение нескольких десятилетий предки лабрадоров-ретриверов скрещивались с другими породами. Результатом такой селекционной работы и стали современные лабрадоры-ретриверы. Сегодня существует три версии происхождения названия породы лабрадор-ретривер. Первая версия гласит, что представители породы получили такое название, потому что самые первые лабрадоры были исключительно черными и по окрасу напоминали скальную породу лабрадорит. Вторая версия указывает на то, что предки лабрадоров были выведены на полуострове Лабрадор и, соответственно, в честь него и получили такое название. По третьей версии лабрадоров назвали лабрадорами португальцы за удивительную работоспособность этих собак. В переводе с португальского лабрадор означает труженик. Ретривер же в названии представителей породы указывает на их принадлежность к определенному типу охотничьих собак. Лабрадоры являются самыми популярными собаками, помогающими МЧС. Благодаря отличному слуху и чутью представители породы часто участвуют в поисково-спасательных операциях и обследуют труднодоступные территории. Также эти животные отличаются высоким болевым порогом и могут помогать людям даже во время пожара. Лабрадоры хорошо контролируют мускулы челюсти, благодаря чему могут переносить в зубах самые разные предметы. Известны даже случаи, когда эти собаки удерживали во рту яйцо, не разбивая его. Лабрадоры-ретриверы являются самыми популярными собаками-поводырями. Представители породы отличаются терпением, сообразительностью и дружелюбием. Они способны помочь своему хозяину справиться с нетрудными бытовыми делами. Лабрадоры-ретриверы – прирожденные пловцы. У этих собак перепончатые лапы и водонепроницаемая шерсть. Благодаря таким физиологическим особенностям они отлично чувствуют себя даже в холодной воде. Идеальный отдых для представителей породы – возможность волю поплавать и понырять в естественном водоеме. Лабрадоры-ретриверы – талантливые и дружелюбные собаки, которым есть чем удивить и даже поразить. И перечисленные факты хорошо это подтверждают. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!